Да. Это прикольно. Всем привет. Мы зашли в супермаркет. Как обычно, хоть товары. Если можно посмотреть штуки от комаров. Ребят, возьмите с собой таблетки от комаров. Это не сильно много веса, но может быть даже спасет. Потому что у них продаются таблетки, розетки с таблетками, но нету обычно отдельно таблеток. Сейчас мы садимся. Там или электроника? Скажите, кому нужен надувной бассейн в океане? Зачем продавать надувные бассейны? Не знаю, не вижу, я здесь таблеток, очень жаль. Прикольная реклама. Где? Щеточка сделала, типа деда. Дядя такая шевелюра. А ну давай мясо снимем. Обратите внимание, что чистенько все. Ну что, Саша, возьмем говядину, свинину. Смотри сама, есть курица, курица филе. Вот это фарш. Фарш говяжий. Цена, то, смотрите. У них не говядина, у них... 73 песо, это $2, да, Саш? $2 за... Сколько здесь либра? Одна либра, это около полкилограмма. На доллар полкилограмма готового фарша, причем, вон видите, куриный внизу, белый. Не, куриный не хочу, буду салат. А это что такое? Это я не знаю. Что? Давай-ка не будем экспериментировать. Что, будем опять мясо возьмем? Надо мясо? Не хочешь мясо? Поскольку можно сделать фарш. Ой, не фарш, а этот. Сегодня рыба будет. Рыба. Лобстеры. Сегодня? Или лангусты. Ну, лангусты. Положим морозилку. Порежу, положу морозилку. У нас просто... Взять, может, свинины? Как хочешь. Мясо здесь хорошее, но и дешевое, кстати. Да, недорогое. Смотрите, я беру килограмм мяса за 140... Это не килограмм, Оля, это... 140 песо, это получается это сколько? Это 700 грамм, ой, не 700, но 600 грамм за $4.5. Сколько нашими белорусскими? 4 на 8? Доллара, это порядка 45 тысяч. Полкилограмма? 700 грамм. 700 грамм. Ну, тут ни косточки, почти. Ничего нет. Окей, я давай сделаю, хочу этот хорошее мясо, можно делать. Вот эти жилок нет вообще. Я думаю, мы на этом остановимся. Так. Ну пошли тогда дальше. Даже готовые шашлычки, смотрите, кто ленится сам, что-то делает. Что песо? $2.5 за 2 штуки. Изготовления. 25.04. Сегодняшняя, да? Пока. Правки всякие. Сними пока. Долго мы искали здесь перцы как-то. Да, перцы. Молотые. Ой, как мы, ребята, есть такое слово на букву «Л» в глагол с этой, с солью. Нам, наверное, по ошибке посоветовали соль. Короче, это была совсем не соль. Фигня какая-то. Вот настоящая соль, вот такая синенькая, запомните. Никому не поддавайтесь, не покупайте всякую ерунду.
как это сделали мы, белый но порошок. Но у вас тоже зеленый сок? Ну да. Вниз говорил, что ничего вкусного такой. Вот этот можно. Вот этот, по-моему, брал. Всего 25 песо. $1. Они, по-моему, такое брали, им понравилось. Ну вот, кетчуп. Да, известный Хайнц. Хайнц $2. Хайнц, да? Это, кстати, печенье, да? Может, можно взять печенье в пачку? Кто купит печенье в пачку, получит водокачку. Крекер? Я хочу купить такой. Здесь в основном крекер продают. Лоечкой. Это вот это будет вкусное. 456 грамм. 2,5 песо. Ой, $2,5. А вот это черное. Ну, черное мне что-то... А коричневое. Черное мне как-то тоже. Давай белое. Пробовал. Меньше цвета. Так. Это макароны. Макароны надо? Даже итальянская паста. Милано. Хочешь купить пасту? Нет, я вообще говорю. Можно вот купить? Это стеллаж макаронов. 400 грамм, $0.5. Давай купим. А потом надо будет там вместе сами. Понятно. Вот тоже, кстати, печенки тут всякие, опять же. Такие хочешь? Я просто показываю. Это, я так понимаю, с начинкой с чем-то. Не, мы только очень сильно поправим фигуру свою. Итальянские крекеры. А ну сам. Я вот такое взяла. Овощную смесь? У нас кукуруза еще стоит, так, да? Ну да, кукуруза, может, ладно, не стоит. Детское питание, можно приезжать в детский клуб. Пойдем в клуб. А, Оля, надо купить кукурузные хлопья, да, Леша. Ну вот тут эти нормальные. Кстати, да, мы ели. Да. Мы брали муку, сейчас вот эту вот, Милано. Фигня эта мука, мне не понравилась. Давай попробуем вот эту. Принцессия. Милано мне не понравилась. А, вот такую брала муку эту, она понравилась ей. Что-то с ванилином. Ну, давай вот эту возьмем. Помоги. Это Алешки на блинчики, он так любит блинчики всякого рода. Вот молоко. Молоко, надо? А молоко только тут, там нет молока? Там нет молока? А, там я не знаю, может, положено есть такое. Ну я брал 1% тогда, диетическое. Не надо, нормально. У них только 0,1.
Молоко, говорят, конечно, хорошее. Пойдем туда молоко. А, вот 3,5 есть. Где? А, вот красненькое. Вот, да, она? Ну, вот девочка взяла. Да, B2, да, возьмем? Два молока, посмотри дату. 15-го ОКТА. Ну, я думаю, здесь плохое не будут продавать. А, ну, бегай. Снимай. Ребята сейчас взяли по канистре свежевыжатого сока.